Добрый день, дорогие друзья, рад вас приветствовать на моем канале. И мы продолжаем проходить Спасение 2. И у нас, наконец-таки, сюжетное задание, да, которое мы должны выполнить и пройти по сюжету дальше. Нам говорят о том, что горит большой особняк, и никто не знает, есть ли там люди и так далее. Вот, отправляем мы наших профессионалов, естественно, туда. Так, одну скорую возьмем с собой. И, пожалуй, наверное, все пока, да? Давайте. По ходу дела потом будем смотреть. Может быть, кого-то добавим, да, еще туда. Так, летят наши пожарные. Скоро, как всегда, первая. Так, начинаем. Так, ну мы видим, что домик не маленький. Так, нам надо электричество отключить. Здесь два человека, здесь один человек. Хорошо. Так, ну я думаю, проходить мы будем через центральную дверь. Что нам париться? Так, где у нас вода? Есть вода одна. Сразу подключаем. Так, ты, наверное, отъедь немножко вот так. Ну, хорошо. Так, сразу идем ломать дверь. Ты у нас к источнику воды. Ну ладно, берешь танк, бери там. Так, ты у нас... Бери пенку. Пенку. Ломаем, не стоим. Подключай. Так, где у нас еще пенная? Бери пенную. А ты бери... Бери этот шланг, да? Так, хорошо. Давайте сразу будем пробираться. Этот поставил, молодец. Так. Ой, не-не-не-не, иди. Так. Главное действовать быстро. Так, хорошо. Ты бросай. И мы начинаем уже тушить. Так, мы можем, в принципе, отправиться сюда. И давайте, наверное, спасем в первую очередь вот этих двоих, да? Тут пожар как бы не сильно большой. Так, есть такое дело. Теперь бросай здесь. Где у нас рукав еще один? Поехали. Так, эти будут у нас, как говорится... Так, электричество отключить надо еще. Хорошо. Так, мы тут как-то быстро закончили. Отлично, вообще супер. Это просто супер. Так, давай, туши. Тут как бы закрытая дверь. Я надеюсь, что мы успеем до него добраться. Надеюсь. Так, есть. Мы можем этих спасать. Давай, выноси. Так, кто у нас не задействован? Один у нас жарится трошку, да? Но он сильно уже туда зашел. Внутрь. Ну ладно, но будем следить за ним, так? Так, этого выносим. Хорошо. Остался у нас один пострадавший. Отлично. Ну, что ты не тушишь? Давай. Не стесняйся. Че он не тушит? А, машина не подключена, ё-моё. Так, вы молодцы, ребятки. Давай, кидай. Ну, давай, отходи. Так, где наша скорая? Не нужна нам? Нет, не нужна. Пострадавших осталось ноль. Ну как ноль, если мы видим, что еще один есть пострадавший? Как минимум один, да? Ну, давай, ты туши уже, не стесняйся. Хорошо, задействуем этого, сейчас проломаем дверь. Все, мы все сделали. Фу. Главное, что мы успели. Так, задание выполнено, все молодцы. Так. Что, опять хомяк. Так, хорошо, смотрим, что у нас дальше. Опачки. Поздравляем с повышением. Так, назначу вам начальником пожарной службы. Теперь в вашем распоряжении все пожарные станции. Так, арестован в поджоге. Так, резиденция мэра. Продолжается ремонт. Говорят о вас с восхищением. Жители города, ну, короче, все за горожан. Ясно. Короче, мы можем, я так понимаю, продолжить играть, да, но это уже будет просто песочница. Так.
тролльте, кто смело берется. Так, ну, пля-ля-то-пля. Я так понимаю, что, в принципе, мы прошли игру, осталось у нас только песочница, да? Ну, я думаю, что в песочницу мы не будем играть, нас интересовала именно сюжетка. Я так понимаю, мы открыли три станции, их больше не может быть. Хотя и зачем, тут городок маленький, другого города тоже не будет. Вот, и тогда подытожим, скажем так, нашу игру, да, которую мы прошли. Вот, я скажу так, что игра, в принципе, мне понравилась. Тут много таких интересных моментов, которых нету там в спасателях, да, в тех же самых. Вот, есть своя изюминка, да, но мне очень сильно не понравилось то, что задания очень часто повторялись, да. И я проходил их за кадром, чтобы, ну, вас просто не напрягать лишним просмотром ненужного, да, которого вы уже видели неоднократно. Вот, мне это очень сильно не понравилось. Но вообще, как бы, если кто-то не играл, я бы, конечно, советовал поиграть. Если по 10-бальной системе оценивать, я, наверное, все-таки оценил где-то на 6-ку. Ну, может быть, на 7-ку максимум. Потому что, ибо вот мне вот это повторение заданий одних и тех же, выполнение вот как уже на автомате, да, ты уже знаешь, что и где и куда, мне это очень не понравилось. Вот. А я говорю, в свою очередь, спасибо, что смотрели, спасибо, что досмотрели до конца всей серии, дождались финала, да, и все, встретимся в других проектах моего канала. Всем пока!